Друзья, меня зовут Валентина, и я рада, что вы снова со мной. Сегодня я хочу вам показать, как вязать вот таких интересных зайчиков. Таких зайчиков можно использовать в качестве подвески на елку, в качестве елочной игрушки, а также в качестве гирлянды. Очень такие, их можно вязать очень яркими, то есть тут предела фантазии вашей нету. Я вязала из пряжи Янард Джинс Плюс. Пряжа мне очень нравится, у нее интересная такая скрутка, очень приятно из нее вязать. И она достаточно толстая, и поэтому я вязала крючком номер 4. Второй цвет пряжи, который я использовала, это вот такая, это тоже Янард Джинс Плюс. Также потребуется небольшой совсем отрезок нитки для того, чтобы вышить вот такую мордочку. Глазки я пришивала, это обычные бусины, и пришивала я обычной вот такой ниточкой. И также потребуется иголка с большим ушком. Давайте начнем вязать, но прежде чем начать вязать, очень вас прошу поставить мне сердечко. Мне будет очень приятно, и прошу подписываться на мой канал. Я начинаю с колечка амигуруми. Вокруг пальцев обвожу нить и крючком захватываю вот таким образом. Провязываю первую воздушную петлю подъема и дальше внутрь колечка я должна провязать 6 столбиков без накида. Дергаю за кончик, и таким образом я затягиваю кольцо. Во втором круге я должна удвоить количество столбиков, то есть я в каждую петлю должна буду провязать по 2 столбика без накида. Провязала первый, сюда же, в эту же точку провязываю второй столбик. Первый столбик без накида можно отметить маркером, чтобы не потерять начало ряда. И теперь в каждую петлю я провязываю по 2 столбика. В третьем круге я прибавку буду делать через каждую одну петлю. Я начинаю с прибавки третий круг. То есть в первую петлю я провязываю 2 столбика без накида. Не забываю отмечать маркером начало ряда. Во вторую петлю я провязываю просто 1 столбик без накида. Дальше снова прибавка. Нет прибавки. Прибавка. Нет прибавки. И так я иду до конца ряда. И заканчиваю я ряд прибавка. И последняя петля у меня без прибавки. Я выхожу на следующий ряд. В следующем четвертом круге я должна просто провязать без прибавок 18 столбиков без накида. То есть я должна в каждую петлю провязать по одному столбику без накида. И пересчитайте, что у вас третий-четвертый круг должно быть 18 столбиков без накида. То есть вяжите сейчас без прибавок. Я выхожу на пятый круг. В пятом круге прибавки через каждые 2 петли. То есть я начинаю 2 столбиками без накида, без прибавок.
третью петлю делаю прибавку. Снова 2 столбика без прибавок. В третью петлю делаю прибавку. И так я вяжу до конца ряда. В конце 5-го ряда у вас должно быть 24 петли. Я выхожу на 6-й круг. Начинаю я одним столбиком без накида. Во вторую петлю делаю прибавку. Два столбика без накида в каждую петлю. Прибавка. Два столбика без накида в каждую петлю. И прибавка. Дальше я провязываю 8 столбиков без накида. Семь и восемь. Вяжу прибавку. Два столбика без накида. Прибавка. Два столбика без накида. Прибавка. И один столбик без накида. Вы закончили вязать 6-й круг, и у вас должно быть 30 петель по кругу. Пересчитайте, пожалуйста. Теперь посмотрите, вот этот последний столбик без накида в 6-м кругу, мы вот так немножко распустим. И провяжем оранжевой нитью, потому что в 7-м кругу мы должны будем вести уже цветную нить. У меня будет оранжевая, и я буду вязать ею. Дальше вот так можете подхватить вот этот хвостик и будете сейчас вплетать белую нить внутрь. То есть мы сейчас будем чередовать белую и оранжевую нить. То есть я начинаю 7-й круг с 12 столбиков без накида оранжевой нитью. Вот так нужно подтянуть. Я провязала первый столбик без накида. И вы должны провязать 12. Тут уже можно кончик оранжевый оставить, и будем вплетать только белую нить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И теперь смотрите, 12-й столбик. Я опять не провязываю до конца. Пока я должна подтянуть белую ниточку, посмотрите, чтобы она не торчала. Вот так ее надо каждый раз подтягивать будет. Потому что если вы не будете ее подтягивать, то у вас она будет вылазить некрасиво. Теперь я могу закончить. И теперь я должна вязать 6 столбиков без накида белой нитью. Раз. Два. Три, четыре. Теперь можно оранжевую ниточку тоже подтянуть. Пять. Так, прежде чем закончить 6-й столбик, я опять вот так подтяну ниточку оранжевую на этот раз. И теперь последний 6-й столбик я закончу оранжевой нитью, для того, чтобы следующие 12 столбиков связать оранжевой ниткой.
Дальше вы до конца должны провязать оставшиеся 12 столбиков оранжевой нитью. И не забывайте вот так подтягивать, для того, чтобы у вас не торчали вот эти цветные нитки. Если вы не будете подтягивать, то будет некрасиво, они будут некрасиво торчать. Восьмой круг вы вяжете точно так же, как и седьмой круг, то есть вы должны провязать 12 столбиков без накида цветной нитью, 6 столбиков без накида белой нитью и опять 12 столбиков без накида цветной нитью. То есть вы точно так же вяжете, как седьмой круг, не забывайте подтягивать, и у вас вот в этих рядах, в седьмом и восьмом, должно быть 30 петель. Проверьте, пожалуйста. Перехожу на девятый круг. Я продолжаю вязать оранжевой нитью. Провязываю первый столбик без накида. Отмечаю маркером начало девятого круга. Дальше я вяжу убавку. Вытягиваю первую петлю. Во вторую петлю вытягиваю. И все три петли на крючке провязываю как одну. Это я сделала убавочку. Дальше я вяжу 2 столбика без накида. Снова делаю убавку. Два столбика без накида. Убавка. 3 петли на крючке провязываю в одну. Таким образом я убавила. Не забываю подтягивать вот эту белую нить. Посмотрите, как она некрасиво торчит. Вот так ее надо подтягивать, чтобы она не торчала. И последний столбик без накида. Начинаю оранжевой нитью, заканчиваю белой. Таким образом я перешла на вязание белой нитью. Дальше я должна провязать 6 столбиков без накида белой нитью. Первый столбик без накида. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Подтянула оранжевую ниточку и последний шестой. Перехожу на оранжевую нить. И теперь я вяжу точно так же, как я вязала в начале. То есть я первый столбик без накида провязываю оранжевой нитью. Далее я делаю убавку. Вытянула, вытянула, убавила. 2 столбика без накида оранжевой нитью, убавка, 2 столбика без накида оранжевой нитью, 2 столбика без накида оранжевой нитью, убавка. И закончила я этот ряд одним столбиком без накида. Подтянула ниточку. Десятый круг вы продолжаете также вязать белой и оранжевой нитью. То есть вы начинаете ряд оранжевой нитью. Провязываете 9 столбиков без накида. Потом вяжете 6 столбиков без накида белой нитью. Снова меняете нить и заканчиваете 9 столбиками без накида оранжевой нитью. Итого в 10 ряду у вас должно быть 24 петли. Я перехожу на 11 ряд. Вязать я буду точно так же, как и 10 ряд. Единственный момент, если в 10 ряду у нас тут было 9 оранжевых столбиков без накида, то в 11 ряду мы увеличим и провяжем 10 оранжевых столбиков без накида, а дальше будем вязать точно так же, как и вязали. То есть я увеличу количество оранжевых столбиков на 1. Начинаю я со столбиков без накида оранжевой нитью.
Я провязала 9 и еще последние 10. Провязываю оранжевый столбик. Заканчиваю я его белой ниточкой. Подтянула ниточки и теперь заканчиваю. Дальше я вяжу белой нитью. У меня было что-то 6 в предыдущем ряду, соответственно, осталось 5 столбиков. То есть я должна провязать 5 столбиков белой нитью. Ну а теперь оставшиеся 9 столбиков без накида я провязываю оранжевой нитью. 12 ряд вы будете вязать по рисунку, то есть вы начинаете оранжевой нитью, провязываете 10 столбиков без накида, далее 5 столбиков без накида белой нитью и заканчиваете 9 столбиками без накида оранжевой нитью. Я выхожу на 13 ряд. В этом ряду я буду делать убавки. Я начинаю с 2 столбиков без накида, без убавок. Убавку делаю. Вытянула первую петлю, во второй столбик без накида вытянула вторую петлю, все 3 петли провязала в одну. Дальше снова 2 столбика без накида в каждую петлю. Еще одна убавка, вытянула, во вторую петлю вытянула и все 3 петли провязала в одну. Снова 2 столбика без накида в каждую петлю. Подтянула ниточку. И второй столбик без накида. Дальше я перехожу на следующую белую нить. Соответственно, заканчиваю ряд белой нитью. И дальше я делаю убавку уже белой нитью. Вытянула. Вытянула, провязала. Дальше я вяжу 2 столбика без накида белой нитью. Раз. И 2. Подтягиваю оранжевую ниточку. Делаю убавку. Начинаю я делать убавку белой нитью, а заканчиваю уже оранжевой нитью. Все ниточки как следует подтягиваю и заканчиваю уже оранжевой нитью. Все подтянула. Дальше я вяжу 2 столбика без накида, без убавок. Снова делаю убавку. Два столбика без накида в каждую петлю, убавка, 13 ряд я закончила убавкой. Вот у меня убавка, пересчитайте, у вас должно быть 18 петель в 13 ряду по окончанию 13 ряда. Дальше белую ниточку можно подтянуть, опять же, чтобы ничего не торчало, и можно ее обрезать, больше она нам не нужна. Спрячьте ее внутрь, и мы продолжим вязать оранжевой нитью. И в следующем ряду, в 14, мы будем вязать просто столбиками без накида оставшиеся 18 петель. То есть мы должны провязать 18 столбиков без накида в 14 ряду.
Я перехожу на 15 ряд. В 15 ряду я продолжу вязать убавки. И я начинаю с убавки. Отмечаю первую убавку 15 ряда маркером. Один столбик без накида. Снова убавка. Столбик без накида. Убавка. Столбик без накида. Так вы идите до конца ряда, и в конце этого ряда у вас должно остаться 12 петель. Я перехожу на последний ряд. В последнем ряду я продолжу вязать убавки, и на этом этапе нужно как следует набить голову синтепухом. У меня вот такой синтепух, я ее уже набила. Набить нужно потуже, чтобы она была плотненькая и красивая. Я в последнем ряду буду в каждой петле делать убавки. То есть у меня тут 12 петель и должно остаться 6 петель по окончанию последнего ряда. Начинаю я с убавки. Отмечаю первую петлю маркером. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. Я вот уберу маркер, а то он мне мешает. И последняя, шестая убавка. На этом этапе нужно убедиться, что голова как следует набита, что все плотно и красиво. Нитку можно обрезать, вытянуть, и теперь мы будем ее прятать внутрь. Вот тут она выходит. Сюда. И возвращаем, откуда она выходила. Вот сюда. Дальше тут где-нибудь внутри можно завязать узелочек. И спрятать ее внутри. Свяжем ушки. Нужно связать два ушка. Я начинаю с кольца амигуруми. Вяжу я его, как видите, оранжевой пряжей. Первая воздушная петля подъема. И дальше внутрь колечка я должна провязать 5 столбиков без накида. Провязала 5 столбиков, дергаю за колечко, затягиваю, и я начинаю вязать второй ряд. Я должна удвоить количество петель, то есть я должна в каждый столбик без накида провязать по 2. Я провязала первый столбик, сюда же в эту же точку вяжу второй. Во вторую петлю снова 2 столбика без накида. И так каждую петлю по 2. В
В конце второго круга у вас должно быть 10 петель. Дальше вы вяжете 3-4 ряд, вы провязываете 10 столбиков без накида. То есть в третьем ряду у вас 10 и в четвертом ряду 10 столбиков без накида. То есть никаких прибавок делать не нужно. Вяжите сами 3-4 ряды и встретимся мы с вами в начале 5. В 5 ряду я снова буду делать прибавки. Я начинаю с прибавки. Обязательно отмечаю начало ряда. Вторую петлю я провязываю 1 столбик без накида. В третью петлю снова делаю прибавку. В эту же самую точку провязываю второй столбик без накида. В четвертую петлю просто 1 столбик без накида. Дальше снова прибавка. Нету прибавки. Прибавка. Нету прибавки. Прибавка. И нету прибавки. Итого у вас в конце 5 ряда должно быть 15 петель. 6 и 7 ряд вы не делаете прибавки. Вы провязываете 15 столбиков без накида. 6 и 7 ряд. Мы с вами встретимся в начале 8 ряда. Я начинаю вязать 8 ряд. Начинаю я с убавки. Вытянула первую петлю, вытянула вторую петлю, все 3 петли провязала вместе. Отмечаю маркером. В следующую петлю провязываю столбик без накида. Снова убавка, вытянула, вытянула, все 3 вяжу вместе. 1 столбик без накида. Убавка. Один столбик без накида. Убавка. Один столбик без накида. И так я вяжу до конца ряда. То есть я чередую убавку и столбик без накида. В конце 8 ряда у вас должно остаться 10 петель. 9 ряд я провязываю 10 столбиков без накида. Вяжите 10 столбиков без накида. На этом я закончила вязать ушко. Ниточку можно отрезать. Вот отрежьте такую длину, чтобы вы потом смогли пришить это ушко. Вытягиваете ниточку. Вот тут у вас ниточка выходит вот сюда. Вы заводите иголку, и вот откуда она у вас выходила, вот отсюда, сюда же вы возвращаете. Вот у вас что получается. Дальше вы точно так же вяжите второе ушко, и потом, когда вы свяжете, мы с вами встретимся.
На этом мастер-класс закончен. Я надеюсь, что зайчик вам понравилось, что у вас все получилось. Я очень буду вам благодарна за сердечки. Ставьте, пожалуйста, сердечки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!